Привет! Привет! Сегодня мы будем коробки и всякие игрушки. Да, мы сейчас откроем много яиц и с игрушками, с сюрпризиками. Вот. Да, это зоопарк, да? Яйцо зоопарк. Какое откроем? Вот это. Давай покажем, что это. Вот это. Да, вот такая коробочка. Там может попадаться самолет. Да, может попасться самолет, да? Тут игрушки нарисованы, которые мы... Вот и кто. Да, Аистян называется. Так. А вот и... Такой. А вот и еще один. Давай сначала это откроем? Да. Ну давай, открывай. Ну, покажи. Пистолет. Вот это да, да. Мне понравится? Конечно. Будешь стрелять? Разбираешься? Немного. Не можешь? Ага. Так, правильно. Опа, упала. Она должна стрелять, да? А ну давай. Хочешь, я тебе помогу? Хочешь? Хорошо, ты будешь обязательно. Да? Сейчас посмотрим. Что она там выстрелила? Так, Даниэль, а ну. Опусти вниз. Вниз. Вот так стреляй. Ух ты! Супер, да? Получилось. Давай еще раз, а ну. Опа! Она крутится. Классно. А теперь дальше. Открываем дальше. Давай, что открываешь? Божью коробку. Давай. Это тоже какая-то стрелялка, наверное. Это не помада? Давай. Держи. Можешь разобраться? А мы даже не показали, какой это сюрприз такой. Леди Бир написано. Да, божья коровка. Вот такая она. Интересная. Угу. Что ты там сделал? Она должна стрелять? Ну, давай, давай. Сейчас разберемся. По-моему, это нужно вот так делать. Да? Хорошо, обязательно. Другое. Давай, мы открываем следующее. Да, давай я покажу это его. Зоопарк. Зоопарк. Да, вот это такое яйцо, зоопарк называется. Там должны, наверное, быть зверюшки, да? Это, наверное, какой-то.
можешь ее открыть? Пачкой. Испачкался? Ну давай, давай мне. Сейчас я открою. Можешь сам? Ух, молодец. Давай, давай. Ой, молодец. А тут обезьянка, которая, ну такая. Есть уже, да, мы уже такое открывали. Давай посмотрим. Можешь собрать? Не можешь? Да, смотрите, я делаю. Вот такая же делаю. Давай, дай мне вот этот вкладыш. Посмотрим, что здесь. Вот такая качелька со зверюшками. И у нас попался... Это медведь. Это не обезьянка. Вот, на качельке будет кататься. Сейчас мы соберем. Надо тягой. Да. Вот такая качелька, да? Можно мне попробовать чуть-чуть? Ну, давай. Вот хочешь покатать мишку, да? Ой, все? Ну, пусть он лежит. Давай. Пусть лежит, да? Давай. Ну, давай, что дальше открываем? Вот это. Вот это, да? Ну, давай. Что это? Давай покажем, что это, Даниэль. Давай покажем, что это. Сейчас я открою. Вот, это у нас... Молния Маквин. Молния Маквин, да? Из серии да. Тачек. Я не ее открою. Раз. Машинки-тачки будут. А тут два и два. Два или три? Там три должно быть. Одно, два, три. Давай открывай. Да, дай попробуй. Это будет такой шикарный. Попробуем. А тут белая капсула. Белая капсула. Ну, давай. Можешь открыть? Нет. Нет? Смотри, что там. Это то-то. Кто у нас? Это бедящая темноте. Да? Ну, давай посмотрим. Это бедящая темноте. Да. Вот эта машинка, мотогонка. Как ее? Да, вот его. Я знаю, как ее. Да, я посмотрю вкладыш. Могу собрать. Давай, помогу. Себе? Конечно, я тебе помогу. Вот такая машинка. Это Франческа, Даниэль. Да. Нагоняйте. Да, сейчас мы заклеим наклейки. Мы наклеили наклейки, и вот что у нас получилось. Вот такой Франческо. Видишь, нравится, Даниэль? Да. Он гоняет. Гоняет, да, гонщик. Вот так. Давай дальше. Следующее яйцо из серии машинки-тачки. Молния Маквина. Молния Маквина, да. Да, мультик про Молнию Маквин. Белая капсула. Конечно, помогу. Давай, смотри, что там. Желтая машинка, да. Данюшка, Даниэль, дай мне желтенькую машинку. Вот такая машинка у нас. Вот она. Вот наклеечки. Вот такие. Сейчас мы заклеим. Мы наклеили наклеечки на желтую машинку, желтую тачку. Вот такая получилась. Колеса не крутятся. Не крутятся колеса. Вот, не крутятся. А тут есть кольца. Да. Вот такая она. Держи. Давай третье яйцо. Вот так. Угу. Что-то слышишь, да? Да. Смотри, что там. Серёжка.
ручки. Вот такие. Сейчас мы наклеим. Машинка. Тачка вот такая. Она синяя. Синяя? Она зеленая. Она какая-то сине-зеленая. Видишь? Мы наклеили наклеечки. Вот что у нас получилось. Вот такая машинка. Тачка. Надо мне. Да, давай все три покажем. Вот такие машинки нам попались. Франческо Бернули красненькая из Формулы 1. Они гоняют. Да, они гоняют. Это из Формулы 1. Да, а это Chevrolet Corvette. Jeff Corvette его зовут в Москве, да? Вот он. А зеленая это Aston Martin DB9. Вот она какая. Да? А в мультике он, его зовут Найджел Гасли. Да. Да. А тебе какая больше нравится из этих? Желтая. Желтая, да? Джефф Корвет. У них какие-то там внизу какие-то подкарлички. Да? Да? Наверное. Держи. И сюда. Давай дальше. Что будем дальше собирать? Вот так. Дальше открывать. Принцесса. Это Золушка, Синдерелла. Да? Молодец. Тельцо. Золушка. Так, интересно, что там? Это белая. Белая капсула, да? Они туда куда попадают. И там что-то красивое я видела. Туфелька. Это туфелька Золушки, Даниэль. Она бежала и потеряла туфельку. Да есть такая сказка, Золушка. Видишь? Видишь, как она летит? Какая она красивая. Дай мне поближе, я покажу. Хрустальная туфелька, смотри. Она летит вот. Весь и вся. Да, вот такая если красивая туфелька. Если посадить ее на улицу, она будет красиво лететь. Да, блестеть. Да, на солнышко вот так поставить, она будет блестеть. Какая прелесть. А если она упадет, а обидится? Так, давай посмотрим, что тут. Там вот какая коллекция. Да, коллекция должна выпасть нам. Вот туфелька нам попалась, да. Тут еще какая-то печать. И кошка. Бабочка. И кошка. Нет, кошечки тут нету. Я видел. Кольцо. Резиночки тут. Это украшение, Даниэль. Да? Коллекция там, да? Это для девочек. Вот если увидишь какую-нибудь подружку, можешь подарить. Да? Будешь раздавать девочкам. Ты же не играешь с такими? Ну, давай открывать второе яйцо. Это тоже яйцо, да? Тоже что-нибудь будет из коллекции. Вот и конета, это тоже. Мне кажется, это самая красивая игрушка из коллекции. Да? Да. Ты думаешь? Да, мне так, мне больше нравится. Что-то розовое. Это бабочка. Бабочка, да? А ну давай посмотрим. Ты не поможешь? Давай, доставай. Посмотрим, что там. Это нужно убрать. Ага. Она немного... Она мягкая? Это такая стиральная резинка, по-моему. Да, вот она. С ней вот так стирать. Карандаш стирать с листочка. Красивая резиночка. Да? Да, первый
Не было такой. Давай дальше. Дай вот это. Давай. Так. В эту сторону. А вот и цикла на коне. Давай. Открывай там. А тут опять же. Ну, давай посмотрим. Не могу открыть. Не можешь. Я тебе помогу. Смотри, что там. Ну? Это брелочек. Это не брелок, это колечко, Даниэль. Это одеть на пальчик. Да, на пальчик. Вот оденешь какой-то девочке на пальчик. Да? Да. Подружке какой-то. Пойдешь гулять. Да? И подаришь. Кому подаришь? Девочки. Да, и тут нарисована Золушка. Вот она какая. Да еще уберем. Давай уберем. Колечко такое. Оп. И девочки. Даниэль будет дарить их. Открывай, Боря, паук. Открывай, давай. Она какая большая. Большая, да? Ага, что это? Что там? Открыть? Это вот она будет стрелять. Какая-то стрелялка, да? Да. Это дракончик. Дракончик. Это все берем. Ну, доставай. И теперь это увидим, кто там попадет. Вот так. Сюда. Давай, что это? Это бегает водой. Да, вот так нажимаешь и брызгает это водой? На улице. Да, это на улице лучше брызгать, да? Вот сюда, по-моему, заливается дома водичка. Дома нельзя, потому что да. Они бегают водой дома, потому да. Что нельзя. Это какой-то орел даже. Непонятно. Вот так нажимаешь и стреляешь, да? Да. На всех. А то есть еще одно. Давай дальше открывать. Давай. Третья божья коровка. Она большущая. Большущая, да? Смотри. Огромная. Оп. Где-то в виде пальца. Так, что там? Что там? Это тоже такое? Еще одна такая же стрелялка. Да, вот будешь с каким-то другом или подружкой да. Стрелять на улице. Кто дальше выстрелит, да? У тебя уже две. Наверное, папа будет. С папой будешь стрелять? Да. Может, с папой вот так вставляется? Я буду вот так. Вот она. А ну. А ну, давай выстрелим. Ух. Молодец. Что открываем дальше? Вот это. Давай. Это тоже зоопарк. Зоопарк? Это сафари там написано. Сейчас посмотрим, что там. Яйцо тоже похоже. Давай я покажу яйцо. Это коробочка сафари. Тут игрушки вот такие должны быть. Да. А вот яйцо какое большое, да? Как бузья коробка была. Да, тоже таких размеров. Как давай. Гигантское яйцо. Гигантское яйцо, да? Ух ты, молодец. Чуть-чуть открыто. Опа, все, оно само развалилось. А тут что машинка. Там? Машинка? Ух ты. Машинка. Вот это интересно. А ну. Попадайте. Держи, держи. Это еще ключик. И ключик там. Даешь мне? Так, сейчас мы посмотрим. Вон это так вставляется. Такая машинка. Вот она. Гоночная. А ну, что она делает? По-моему, нужно сюда нажать. А ну, давай уберем сначала, уберем этот шоколад в сторону, да? Это же гонки. Давай запускай машинку, посмотрим, как она ездит. Опа! Подпрыгнула. Давай еще раз. Забить.
далеко. Далеко должно отъехать. Давай еще раз. Аккуратненько. Молодец. Еще. Еще засунь. Вот так. Получилось. Убери ручку. Ручку убери. Молодец. Ну. Класс. Ты видел? Даниэлю понравилось. Он еще раз хочет запустить. Да, какая интересная игрушка попалась. Она простенькая, но вот интересно играть, да? Такая жопа, она же теперь... Да, давай запускай. Ух, улетела. Да можно не прийти. Давай последнее откроем. Вот это. Вот это. Да, это Magic Aladdin. Тоже какая-то игрушка должна быть. Вот такое яйцо. А, ну, да, открывай. А вот она. Не терпится, всегда не терпится. Выпадай. Не выпадает, да? Застряла. Вот оно яйцо. Отлично. Ну давай, открывай сам. Вот так делает она. Она там где-то, там не такая, она идет ням. Да, сейчас посмотрим. Дырку она. Вот, это идет дырка. Дырку делает? Интересно, это что? Какая-то рабочая машина, трактор, да? Она идет дырку. А ну давай откроем, давай посмотрим. Она синяя. Синяя, конечно. Да, это какая-то рабочая машинка. Вот так работает, да? Давай, Пасек, покажу поближе. Интересно, это трактор такой, да? Рабочий, вот, он делает дырки. Да. Вот и все. Вот это вся коллекция, которую мы открыли, да? Смотри, это мальчики и тачки. Это вот эти машинки, стрелялки. Вот это дырку, а вот да. Это водой. Да, это водой стреляет. А вот это качалка. Mm-hmm. Это торфи. Который вот эти, это подаю девочке. Да? Да, игрушки, которые для девочек, ты подаришь девочкам, да? Это сапог и бабочка. Это не сапог, это туфелька. Да, бабочка и колечко, да? Оденешь кому-то на пальчик? Да. Молодец. И вот эти теряются. Будешь стрелять с пальчиками во дворе? Да. Да? Это именно на улице. Да. Ну что ж, скажем пока-пока. Да. Подписывайтесь на канал Даниэлин Тойс. Пока-пока. Пока-пока. До встречи. Я могу вот это оденить. Помогать? Помогу. Ух ты, молодец. Класс. Ух, как бы сапо. Да можно с ее пинки? Могу. Конечно, могу. Вот это буду делать сейчас. Так, а там где? Вот так она. Взлетела. Вот это топик. Не стоит? Такая. Да, красивая. А то есть ветер. Это туфелька для Золушки. Вот это ветерочка.
А, то тоже вытирается. Вытирать, карандаш вытирать. А вот это колечко. Колечко для девочек. На ней нарисовано это Золушка. Да. Нарисовано. Вот это тряпка нам тереть водой. Угу. Но это не сейчас, это где-то на улице. На улице, да. Вот это дед дыку. Вот тут.